Ошибка за счет средств налогоплательщиков. Региональный оператор по ТКО оштрафован на крупную сумму из-за невнимательности сотрудников. На работу был зачислен бывший госслужащий, а значит, он обязан предоставлять сведения о состоянии своих доходов, данные об имущественном положении членов семьи. Таких бумаг получено не было. Уполномоченный юридического лица сведения не отправлял. В результате проверки сотрудник должность сохранил, а вот его руководство заплатит штраф. По результатам проверки прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрено мировым судом Ленинского района. Виновное лицо юридическое привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.